Поисковики из Орловской региональной организации «Отечество» и отряда «Неруч» из Залегаща продолжают нести свою вахту памяти. Так называется множество мероприятий, призванных прославить подвиг советских солдат и вернуть их из небытия. Для этого поисковики ведут раскопки там, где в 43-м году Красная Армия прорывала оборону фашистов. За несколько последних экспедиций на полях боев возле села Вяжи Новосильского района удалось найти 30 погибших и забытых бойцов. Их в 43-м предавали земле похоронные команды и местные жители, закапывая в воронках и траншеях. И вот удивительная находка – башня танка Т-38. Это был малый плавающий танк, который также назывался танкеткой. Использовался для связи, разведки и поддержки пехоты на поле боя. Было выпущено 1340 таких танков, и некоторые прослужили на фронте вплоть до 44-го года. Этому так не повезло. Вероятно, он смог форсировать Зушу, выбрался на вражеский берег и принял участие в развитии наступления. Но был разорван на куски. Башню нашли на глубине аж 2,5 метров. Ее передадут в один из краеведческих музеев.